Сегодня, значит, у нас 20 сентября, я нахожусь на улице. Вот она здесь, Хавская, Сенеж. Значит, вот здесь, за вот этим зданием, сейчас не видно просто, расположена Шуховская башня. Это улица Шуховская, вот здесь вот, старенькие домики на ней, на Шуховской, строительство идет. Вот, ну здесь вот асфальт меняет. Вот Хавская, она, в принципе, ничего такого я не прочитал. Здесь первый камень, который, значит, держал башню, радиостанцию вот эту, которая за этим зданием. Вот. А, ну, Хавская, здесь была Хавская слобода, вот, которая как бы тянулась от Мытной улицы здесь. Ну, я думаю, что здесь просто проживали те, кто, ну, как бы гнал или эту мыту собирали налог за то, что там живность гоняет всяких там стада. Вот. Ну, назвали не в честь как бы того, что они делали, а назвали в честь, это значит, Хавский, как я прочитал, это был какой-то очень известный историк Москвы, то есть он как бы, ну, много трудов написал о том, как, ну, то есть, как Москва развивалась, что здесь было. Вот, и в честь него назвали. Некоторые говорят, что это просто фамилия там, ну, того, кто здесь жил. Вот, вот здесь видно вот Шуховскую башню, вот там какая-то нарисовано что-то. Вот, то есть, ну, вот Хавская, она вот туда идет и вот туда, в принципе, по большому счету. Все, здесь ничего я такого не нашел. Кроме вот еще с одной стороны можно к Шуховской башне подойти. Вот Хавская.